Итак, друзья, что у нас опять добавили в приложение ВТБ онлайн? Бонусы за покупки по кредитке. Подключите бонусную опцию к кредитной карте и получайте кэшбэк или мили за покупки. Кстати, если не успеваете внести платеж, подключите программу «Кредитные каникулы». Вы сможете пропустить один платеж по кредитке, но не чаще одного раза в полгода. Добавляйте поставщиков услуг. Теперь можно отправить заявку на добавление поставщика услуг, если вы не нашли его в нашей базе. Мы сразу отправим вам уведомление, когда добавим организацию. Инвестиционное страхование жизни. Больше не нужно идти в офис банка, чтобы оформить договор инвестиционного страхования жизни. Вы можете отправить заявку онлайн. Такой договор позволит инвестировать без риска потери вложенных денег. Страховка от мошенничества. В разделе страхования в услугах можно застраховать все карты и счета от мошенников. Если злоумышленники получат доступ к вашему аккаунту или завладеют картой и выведут деньги со счетов, страховая возместит ущерб. Друзья, вот такие вот нововведения. Я не знаю еще, что добавить. Ссылка на приложение в описании. Всем пока, всего доброго, до свидания.